Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Я хочу, чтобы ты». Какой талантливый, а? Классно. Ну, какой ты талантливый, а? Ну, классно. И музыка такая, классная такая музыка, знаешь. Такая она прям вот, человек, она вот, знаешь. Приятная. Приятная. Она вот, она человек просто расцветает от нее, ты понимаешь? Вот хорошо становится. Прям молодец. Настроение поднимает. Легкое, настроение поднимает. А голос какой? Голос классный. Какой голос классный. Молодец, талант. Молодец. Ребята, извините, на кого-то он обиделся. На кого-то обиделся. Поссорился с кем-то. И музыка какая веселая. Музыка веселая, а песня какая. А что говорит? Ну, наверное, это шутка, ребятки. Я думаю, что это шуточный трек, ребятки. Мне понравилось, ребятки. Вот тут я в описании смотрю, тут несколько, что ли, исполнителей указано. Ну, там какие-то были моменты, да, как будто кто-то подпевал. Да. Или это сам исполнитель так голос менял? Не знаю, даже не могу. Я думала... Ну, основной голос один, понятно. Да, да. Мне понравился голос, шикарный, очень красивый голос, красивая музыка, слова — это юмор, по-моему, что-то там они пасут. Будем просто. Надеяться на это. Будем надеяться, да, потому что такая музыка красивая, веселая, да, ребятки, и голосочки — это слово, не знаю я думаю, что это юмор, просто юмористическая песня, ребятки. Мне понравилось, продолжай, у тебя талант. Талант писать красивую музыку, интересную, шуточную такую, знаешь, легкую. И голос. Нет, музыка-то красивый. Она классная. Ты имеешь в виду текст шуточный. Да, да, да. И голос красивый. Мне понравилось. Очень твой голос красив. Пиши, радуй нас. У тебя все получается хорошо. Пока, друзья.